Всем хаюшки, любители ужастиков и необычных игр. Меня зовут Олег Брейн, это третий день в Paranormal Beta 7.0. Закрытое бета-тестирование седьмой части. Седьмой версии. О, здесь какая-то жесть творится, ребята. Мы в Аттике находимся. Давайте посмотрим, что это за птица такая. Херово, друзья. Она чуть не убила нас. А что это такое? Что-то написано. А, была огромная птица, но наш главный герой чуть не обосрался. Может быть, и обосрался, я не знаю. Он отпрыгнул куда-то назад. А, так, что у нас тут? Вроде бы больше ничего полезного нету. А, я так как мог осмотрел, давайте спустимся. Так, меня задолбало. Давайте посмотрим, может тут есть, как телефон достать? Может он реальный? Потому что я слышу эту вибрацию, она уже достала реально. Resolution, graphic sighting. Что у нас по настройкам? Давайте глянем. Ничего полезного. Ладно, пошли дальше, будем смотреть, что-то так... Ой, что это было? Что это за звуки? Очень подозрительное. Ладно. А, сделаем вид, что все прекрасно. Так, мне эта вибрация уже достала, честно говоря. А, давайте сходим на кухню, посмотрим. Ой, там что-то, смотрите, открылся холодильник, кажется. Можно пробежаться. Хорошо. Ничего нет. Вроде бы все спокойно. Это забрать нельзя. Я думал, что эту статуэтку можно забрать. Смотрите, стулья теперь наверху. А, как будто кто-то должен здесь сидеть. Ой, как это все странно. Тихо. Тихо. Ага, вот что вибрирует. Вот, трубка. Это вибрировал мобильный телефон нашего героя. Я никак не мог найти, где он находится. Вот, видите, iPhone 4 вроде бы как по виду похож. А, лежал на столе на кухне, и мы ответили. У нас два заряда, я успею только наверх сбегать, чтобы посмотреть, что будет следующим днем. Давайте побежим. Ой, чуваки лежат. Я бы тоже уже уморился бы тут стоять две серии подряд. Побежали наверх. И каждый раз что-то меняется. Смотрите, где-то книжки разбросаны, где-то стулья перевернуты. Что-то где-то разбито. Блин, обалденно. На самом деле очень необычно. Ложимся. Ложимся спать. Уже 4 июля, смотрите. Мы встали без заста... Ой, мать твою, ты кто такой? Давай, до свидания. Не надо дальше играть и проходить и искать паранормальную хрень. Смотрите, нас поднимают, кажется. Ой, просроченный гашек явно не удался. Так, у нас одна, смотрите, батарейка. Прикольно. Очень эпичный конец Paranormal Beta 7.0. Смотрите, это все трофеи, которые мы нашли. Рыбка, вот глобусик, бананчик, бананафон. Я сразу вспомнил песню. Замечательно. Надеюсь, вам понравилось. Ссылочка, я напоминаю, будет в описании. Каждый желающий может скачать и попробовать свои силы. Меня зовут Олег Брейн. Подписывайтесь, заходите в группу ВКонтакте. Играйте только в хорошие игры. Пока-пока.